Православные особо почитают Матрону Московскую за простоту и близость каждому. Она жила в первой половине 20 века, слепая от рождения, исцеляла тех, кто просил у нее помощи. Жительница Самары Елена Андреева уверена, что Матрона помогает всем православным. Я очень рада, близко живу, и поэтому пришла здесь преклониться к мощам. Когда бываю часто в Москве, всегда хожу в Покровский монастырь, всегда прикладываюсь, там всегда большие очереди, но приходится стоять, и всегда прикладываюсь, и очень рада. Это очень такое для меня счастье, что здесь сегодня вот мощи. Святая Матрона Московская – одна из самых почитаемых в России святых. Любимая народом, святая Матрона умела творить чудеса еще при жизни. Совершенно удивительно, что святая блаженная Матрона Московская прославилась своими чудесами и своей помощью, как святая, которая помогает всем и каждому. Например, Николай Чудотворцу молится, когда едут в путешествие. Святителю Спиридону молится, когда есть какие-то там вопросы, связанные с жильем. Мученице Татьяне молятся студенты. Преподобному Сергию молятся учащиеся. К святой блаженной Матроне Московской обращается каждый с любой просьбой. И в этом вот удивительная любовь православного человека к этой святой. К святой обращаются за помощью, чтобы исцелиться от болезней, найти хорошую работу, любовь, примириться с близкими и создать семью. Каждый идет с любой просьбой. И святая слышит эти просьбы, святая доносит их до Господа, и Господь по ее молитвам помогает людям. Когда мы приходим в храм, то у нас в храме есть время, когда служатся молебны, и есть возможность вместе помолиться. Но можно прийти в любое время, храм открыт с 8 утра до 8 вечера, и можно приложиться к ковчегу с мощами самостоятельно, почитав акафист или помолившись своими словами. Все православные смогут приложиться к мощам, помолиться и попросить помощи в храме в честь святой Матроны Московской. Мощи пробудут в храме до 20 декабря включительно. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.